Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6. Партия на восьмерых, континенты, монополии корпорации, случайные технологии и варварские кланы. Подробности традиционно в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на эту серию, переходите к первой, ссылка на плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Кроме того, спонсоры канала в этом самом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем приятного продолжения просмотра. А тебя Рим войну, да, объявил? Ага. Нет. Вы же говорили, что у вас там один город только на побережье. Ну, тут немец решил два поставить еще. А, еще один с другой стороны есть. Получается три. Спасибо за наводку. Все рассказал. Можешь еще повыше проплыть, там это у Египта тоже город оформить. Зачем ты это все рассказываешь? Потому что они с тобой воюют, да? Я себе тоже союзников ищу. Потому что он сгорел. Я себе тоже союзников ищу. Ну я бы с тобой заключил военный, но я тебя не вижу просто. У меня пока с Англией военник, но она в дружбе со всеми. Ну ничего, закончится, с тобой заключу. Они все равно до этого времени не пробьются. Можем Риму какао забанить. Давай. Плюс. И это мой союзник, представляете? Да. А стоп, Ромки к чему? Ну, не знаю. Что там вам? Давайте в центр города, чтобы стены, например, построить. А быть отролки? А? Чем центр? Чтоб стены построить быстро. Можем забанить тебя. Себе хочет стену, у него стен нету. Давай компаса, что-нибудь бесполезное. Да, компаса уже, наверное, все построили. Ну, что-нибудь бесполезное, я же говорю. Так а центр города что? Может, лучше стоп ромки к промке? Немцам? Ну, не, на немца нападают эти фрегаты. Ну, хоть стены построят. Окей. Мне на самом деле в центре города ничего не надо строить. Все-таки кампус протянули. С того континента. О. Блин, тут, наверное, Голландия заберет, мне кажется. Не иметь сделка. Блин, часов у меня великого магистра рановато. Я хочу, чтобы наследие теократическое было, а не монархическое.
Так, а где у нас там каперы? Вот здесь. Это рынок. О, следующим ходом, зашибись. Ну, каперы это для того, чтобы лесопилки строить на вот этих, на тропических лесах. Блин, да когда ж тут присоединится клетка-то? Может вырубить эту? Ладно, пускай. Пускай будет. Так, теперь гурдвары надо купить. Промышленную зону наконец могу поставить. Нет. Надо сохраняться, когда без рассинхрона ход. Я загрузился. Можете отсчитать? А вы воюете, да? Конечно. Раз, два, три. Так, тут мы принимаем теократию. Кстати, на новых строителей можно пока не ставить. Довольство, деньги. Соседство священного места. Нет, это у нас пока одно еще можно, один город я там веду ставить. Ладно. А, с двумя и более тоже пока не работает. Свою. Стоимость покупки клеток может. Освоение дадим? Конечно, само собой. Блин. Я тебе кину. Не, ну у меня жилье вроде есть. Черт. Так, а Саладине, у тебя долго еще военник? Ладно, давайте ветеранство. 8 ходов. Это долго. Ну, немец может тоже нападать. Давайте рационализм откроем. Глянем, сколько он науки нам добавит. Что же выкупить эту клетку-то? 95. Ладно. Так, а тут мы, подождите, в просвещение-то я рано. Давайте. Или надо все-таки в просвещение, а потом в меркантилизм. Ладно. Подождите, я зря пошел, у меня тут 5 зарядов, 3 я там пообрабатываю еще. Вот эту давайте вырубать. Тупо с лука забилого. Да, я думаю, что достаточно этих городов. И Амани
в Валетту, может, пока? Или вообще в Ватикан? Давайте в Ватикан пока отправлю. Что Ватикан... все ваши города влияют... А, нет. Великие люди дают 400 влияния религии. О, тоже неплохо. Где тут Ватикан? Так, рынок в Сеуле. Наверное, караван сначала. Тут тоже рынок. Так, я думаю, караван или промышленный. Наверное, караван. Все-таки три хода нормально. Тубили. И у меня. А, боже. Ну, давай, раз, два. Разведчика убили. Ну, вообще... Ладно, давайте индустриализацию. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин, ну пора присоединять уже, наверное, эту клетку. Соточка. Блин, жалко. Жалко денюжков. Подождите, а я в Чинжу так и не построил? Или это Чинжу? Чинжу. А где у меня здесь саон строить? Чё-то не видать. А мне тоже нужна сделка. Кидай. Подожди, я не то сделал. Я у тебя хотел попросить, да? Или я тебе кинул? Ты мне кинул? Не, я хотел у тебя попросить сок. У меня столько нет, я только что крейднул. На следующий могу. А, все, понял, хорошо. Давай на следующем, да, потому что у меня будет... Наверное, фермы тут ставлю. Просто и все. Так, еще гурдвару. Или я могу уже купить? Могу. Так, по-моему, у нас только три священки пока. Так что в остальном можно все в центре города покупать. Просто. Да, видите, три науки. Одна наука от самого железа и по две науки от каждого савона. И здесь еды по две. Бандар Брюней посол. Так, ну тут везде по три. Ватикан Амани едет. Рыночек. Так, торговец, тут я хочу открыть вот столицу, чтобы туда можно было караваны отправлять. И все равно немного. Что-то не очень развит у нас... Англичанин.
Кстати, вот здесь надо будет делать савон. Но при этом два хода надо что-то еще построить. Каравеллы, хвачха. Ладно, еще рабочего. Рабочих много не бывает. Египет шли вы прикрывать. Там? Говорю, вы посади кого-то, во-первых, и поставь туда баллисту. Ну, или трибушку. Мне послышалось баллисту. Смешно. И баллисту тоже посади. Да-да, у меня там два трибушета стоит. Да, бро. А бариста? Бариста нет. Ну, правильно, заходи, кто хочет, делай, что хочешь. И понятно все. Войска стоят без кофе, ну, как это воевать? Так, ну тут, кстати, можно акведук... Не, подождите. А, тут не ставится акведук. Так, тут у нас холм. Вот сюда, наверное, или сюда театралочку еще. Плюс два. Сюда можно театралочку, сюда промышленную зону, например. Короче, в любом случае, сначала строителя. Что там Рим предлагает? Ты у меня вроде деньги просил. А разве какаош не работает? Спасибо, конечно. Позже они пойдут. Два хода нам. Но какао не дает ничего. У тебя на солодине нет лишнего люкса? Так, открыли индустриализацию. И у нас нет угля. Не, вот уголь. Это Аравия или Египет? Аравия. Египет тоже загрузился. Так, отлично. Давайте глянем, может, еще где-то. Давай Египет уже дождемся. Я тут. Он тут. А, все. Раз, два, три. Сори. Кайф. Ну там, как бы ты подбежал. Еще соточка, ну тут мы дождемся, наверное, присоединения территории. Ну, в смысле, денег следующим ходом. Обновляем союз, Леш. Чего? Обновляем союз. Ну да. Я не собираюсь нападать. Так, Египет, мне один ход нужен, сейчас дальше пойдет. Так, здесь, значит, идем. Деньги нужны? В меркантилизм. Давайте по одной. А тут сейчас надо поставить явно рационализм. 16 всего лишь, но я думаю, нормально. 236 науки. Просто у нас все савоны плюс 4, то есть у нас как минимум 50%. 50%, да. Еще надо до 15 города вырастить. Вон Кенджу уже недалеко. Утибозис, Керим меня осудил. Кого? Кто? Кто кого осуждает? Рим осуждает Англию. Ну отсюда. Все, будет нападать. Англия, а что ты мне войну объявил, мне интересно, немцу? Ты, Леша, ему кинул союз, да? Ну да.
Красота. Ну, я откровенно тебе могу сказать, что я ему не могу ничего тут сделать. Он забрал города Голландии, к которому проход в одну клетку. Просто проход. Так подожди, пока он в меня втянется и бахнет в Мастрихт. Вон. Ну, через 20 ходов, значит, только. Я могу тебе помогать ресурсами. Тебе нужны там железо, селитра? Не, пока нет, пока все есть. Ты, главное, стены построй везде. У меня все в стенах. Все лицо в стенах? Ну, почти. Так, надо как-то лучникам домой. Ёбушки, воробушки, он с броненосцем уже. Ну, так явно флота этот, флотоводец, да. Хотя у него науки много. Блин. Не, наверное, я тут салон поставлю. Флотаж на этого, на броник, и еще флотаж на армаду есть. Это я понимаю, комба. Да, так а что мне с ним делать? Ну, если у тебя стены будут, то нормально. Строй бомбарды. Да, и бомбарды строй. Что делать? Так, фабрику я, наверное, в Кёнджу буду строить. Тут, наверное, не нужна фабрика. Водяную мельницу, кстати, можно построить. Так, а что у нас тут по великим людям? Может, этого инженера попытаться набить? Давайте лучше логистика промышленной зоны здесь. 10 секунд, плюс я доставку приму. Это кто их сказал? Так все равно, Алексеевич, хуже. Так, Саладин, у тебя скорость скончается с Англией? Я так понимаю, это Саладин пошел до доставки. А, окей. Не, Саладин тут через 5 ходов кончается. Окей. Так, а Англия... Не, нормально, у меня 3 угля получается будет. Ну, и как минимум 2 я смогу сейчас уже обработать скоро. Так что норм. С электричеством пока вроде норм. Один Лёша отсиживается. Ну да, но у меня тут так получилось, что у меня тут территории дофига. Я могу ставить города. Воевать не надо вообще. Так, а давайте мы, наверное, попокупаем... В центрах городов всякое. Давайте вот в Савоне я куплю сразу монумент и амбар. Здесь монумент пускай достроится, но амбар я куплю. И здесь, наверное, амбар надо сразу. Да на что ни немец, ни аравиец не взяли красный ход. Я когда брал это третье верование, я не думал, что порка начнется, потому что у нас тут были слова, правда, мы, конечно, торговать будем всю игру, да, в долгую торгуем. Нет, я, во-первых, сразу говорил, что я буду торговать с Египтом, ну потому что к нему выгодно просто пускать. Крыла. Бля, что тут строить? Ладно, давай строителям, тут немножко тупо. А второй я не брал крестный ход именно потому, мешается квадрирема вот это. Самые города этого. Кстати, можно купить каравеллу 286. Можно копить деньги. Не, ну мне сначала точно уголь надо будет присоединить. Это прям 100%. Это кончится уже когда-нибудь. Все караваны твои пограбли. Немножко так. Сурово.
Но справедливо. Араб, дай по-братски, а, на один ход. Ой-ой-ой, это что, город на берегу? Так, торговца я тут сделал. Два хода до еще одной возможности строить. Ладно, давайте строителя. Леш, можешь селитры подкинуть на... Да, бери все. Бери сколько хоть, попроси только сам. Фига себе, Вильгельмина осудила. Вообще ничего ей не делал. И я осуждаю за то, что даешь селитру. Почему? В смысле, нет, это Англия. Англии можно давать. А, Англии можно, все, ладно, извиняюсь. Или это Рима было. А кому дали? А что за лобби хейтеров Рима? Я вообще никого не понимаю. Дали Англии. Лобби хейтеров Рима, потому что всех, кто кого вынесли в игре, вынес Рим. Не-не-не, ты не понимаешь, даже те, кто тут, кроме тебя и Саладина, тоже Рим бьет. Тут как бы больше хейтеров. Слушай, как я мешаю Лёше? Не, я говорю, кроме Лёши и Саладина. Что значит мешаешь? Ты побеждаешь в игре, мешаешь. Почему тут мешаешь? Я побеждаю. Ну ты мешаешь Лёше выиграть, по факту. Ну. Нет, надо тебе помогать выигрывать. Так, слушайте, а чеченица сядет. Слушайте, мне надо, наверное, этого реального инженера пытаться забрать. Так, рынок, фабрика. А вот то, что засуха именно появляется на одних и тех же клетках, это баг или это так она и работает? Так и работает. Появляется там, где нету лесов. А, понял, понял, спасибо. Прикольно, я не знал про леса. Я просто тоже помню, как-то я играл с компанией, и у меня вот в одном и том же месте... Немец, можно сделку? Да, сейчас. Не, наверное, ничего не меняю. Спасибо. Надо кассиюниты расставить по городам лучше. Вот этого в Янсан. Ну, чтобы вассалы работали. Вот этот у нас прется домой. Так, а все остальные вроде стоят. Так, и что? Можно что-нибудь за веру еще где-нибудь купить? Водяная мельница. Крутится, вертится. Еще одна. Амбар вот здесь давайте. И гурдвара. Не, давайте сначала гурдвару. Гурдвара больше дает всякого. Так, селитра обработана. Там у меня на уголь бежит. Наверное, надо вот тут вырубить и шахту поставить. А, это выкупать надо, блин. Так, у меня денег реально мало. Возможно, все-таки коммерческих надо не так было... Ну, получше на коммерческие налегать надо было. Хая появилась. Я не хочу, конечно, душнить, но Рим ведет войну с двумя игроками. Так. Надо бы как-то останавливать агрессора. Ну, окей. Ваше предложение? Ну, китайское предупреждение со всех сторон. Ну, как только убрет это самое, Аравия, то я буду готовиться к войне с Римом. Это Германия. Так, вообще надо карточку вот эту поставить. Учетные банки.
Это сколько еще союз с Англией? 3. Египет, дай мне вот эти вот денежки. Так, меркантилизм, 2 хода, и можно будет тут лесопилки. У меня немец на вертехе приедет. У вас одинаково с этого. Ну так, научки одинаково, а у него тех больше, просто он раньше вышел во все нужное. Более мне... Деньгам-то неоткуда драться, я внутрики браться говорю, у меня внутрики ходят. Ну да. Печально совсем. Так, логистика. Ой, ну, должны забирать. Должны забирать. Так, еще и вытекание Омани. Это для того, чтобы... Ну, вообще, надо сюда добавить посла. Чтобы еще плюс 3 веры в каждом религиозном здании было. И можно скупить все... Стены. Это, во-первых, уже 100% не нападут, а во-вторых, туризм это будет давать. Так, экономику пока надо будет отложить. Я 2 банка, вон один я достраиваю. Ой, блин. Ладно, наверное, уже надо открыть. Пойдем в научную теорию. Ладно, открою уже так. О, мгновенно строит банк и рынок. Так, значит, я могу где-то центр коммерции сделать. Ну, где-то в Канджу надо будет. Ой. Что случилось? А, мне Рим город забирает. Проспал? Не. О, чаек. Предложение Англии. Тут равнина, наверное, просто лесопилки сделаю. Так, а вот тут дамбу надо бы... Вот сюда, наверное. Дамбу надо строить, потому что тут очень много будет клеток затапливать. Это единственное место, собственно, где у меня дамба. Слушай, я, наверное, в Сеуле... Блин, или в Чинджу чеченицу. Наверное, в Чинджу надо чеченицу и не вырубать тут ничего. Англия, ты стримом воюешь? Нет. Понял. Но он стоит на границе с войсками, то есть как бы... Да, я думаю. Он тут кошмарит немца и египтянина.
Но у меня на границе тут учения, поэтому, блядь, я хз. Но он стоит, наверное, против Англии наземными войсками, а кошмарит этими... С морскими, да? Морскими. Так, ну я бы тут чеченицу все-таки строил. Причем, наверное, куда-нибудь сходит. Сюда. Да, мне нравится. Это вообще ужас. Один ход пока терпим. Даже больше я хочу пока... Пока не дойдет туда инженер. Тут пока вырубаем на дамбу. О, меркантилизм. А, это я... Тут я ничего, наверное, не меняю. Это я хотел... Меркантилизм для... Для строительства лесопилок вот здесь. У тебя с твоей стороны там как? Да в целом нормально. Единственное, что тут... Скажи мне, скажу. Римлянин. Ну, римлянин, да. Да мы тут, видишь, такой котел с тобой создаем. Ну да, да, да. Тут я жду центра коммерции либо в Кванжу, либо в Конджу. Кстати, по поводу центра коммерции. Тут угольную, чтобы электричество раздавать. А, так тут уже есть. Нет, тогда мы ничего не создаем. Плюс 4 есть священочка. Что там, бомбарды есть или что там у тебя? Я бы, наверное, театралку вот сюда поставил уже. Или ты про что? С культурой плохо просто все. И метку. Я именно про бомбарды. Ну или трибушеты, не важно. Не, у меня это все на дефе стоит. А-а-а, все, я понял. Ему и до этого говорили, что у меня есть еще город на воде. Так, в Каныне торговец. Так что там поставить Солодин? Один ход вроде. Да, следующий будет уже. Ну, давайте шпиона. Ой, я не скликнул. Вау. Это было. Ну, у меня тут ситуация накаляется, конечно, накаляется. Накаляется. Ну, смотри, если тебе что-то надо, проси, у меня, я тебе все дам. Но я постараюсь позадерживать в надежде, что ты через Мастрит зайдешь. Но у меня союз, ты же помнишь, когда ты про союз спрашивал, тот ход заключил. Там 16, наверное, осталось. Сейчас я скажу. 15.
У меня просто там удобно, речка, леса, он там еще хода 3, 4, 5, 6, 7 позадерживается. Так, а что-то я не вижу тут вообще никакого холма. Да. Прикол. Просто вообще негде салон поставить. Вот тут еще есть, но тут будет минус один, потому что рядом... Хотя вот тут нет лук. Вот холм. Для этого можно здесь поставить, а для этого я не вижу вообще нигде. Тебе еще селитра нужна, там деньги на ап, что-нибудь такое. Еще иник. Да, пока нет. С ритом у тебя 100 контрент и плимут без, без религии твоей. А дайте кто Англии военный союз? Араб, дай срочно союз военный. Этот араб же вместе с Римом. Йоба-боба. Да-да. Йоба-боба. И тебе... А, ну тебе сейчас никто не даст. А, Египет может дать. Нет, у нас Египет есть сумма. У нас военник сейчас. Потому и говорю, что никто не может дать. Хочется, что Мека сейчас упадет, да? Тут Мека не сейчас упадет, но хода два. Через два, да. Так, ну пока так. А, блин, тут бы еще дамбу. Наверное, сразу дамбу построю. Подождите, а где акведук могу? Тоже только на этих двух клетках. Понимаешь, что 40 ходов, но мы тут ускорим в будущем. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.